Всем привет! С вами При. Репутация ⁇ довольно-таки важный предмет в текущей игре. Почтение нужно для получения полетов, Превознесение нужно, ну просто для счетчика превознесений, для получения таких различных достижений на том превознесении с десятью фракциями, сотней фракций. Собственно, кто долго играет, тот уже сделал на 100 себя превознесений. Но начиная с Легиона сделали такой уникальный контент, чтобы репутация не пропадала, а именно то, что после прокачки превознесения, прокачав еще 10 тысяч репутации, любыми способами абсолютно, квесты, дейлики, репутация с помощью контракта, то есть можно использовать хоть что абсолютно, можно лутать различные сундучки с дополнительным лутом. Так вот, мне удалось сегодня зафармить сундучок с ржавобольскими припасами. Это сундук, который дается за живобольское сопротивление, за именно вот эти 10 тысяч бонусной репутации. Глянув в -head, я не увидел прямого дропа с этого сундука. Да, там есть какие-то английские комментарии, что-то типа якобы накида на полуту, но мне кажется, там не вся информация, не особо правдивая, да, и к тому же она, скорее всего, с ПТР. И сегодня, прямо сейчас, исторический момент, мы скрываем сундучок. И лутаем, но ну, я уверен, что полезное. Поехали. Что мы лутаем? А, голда, ресурсы третий рецепт пера, а также знак различия ржавобольского сопротивления. Я знаю, что это за чертеж. Прекрасно знаю. Это чертеж, который позволяет крафтить за один ящик запчастей один баджик на репутацию, который дает 100 очков репутации. Этот значок перекидывается по учетной записи Blizzard. То есть это весьма интересно, можно таким образом свои ящики дополнительно перевести в репутацию. Почему бы и нет, довольно-таки неплохо. Вот такой вот лут получается с сундучка дополнительного. Но ну, в принципе неплохо, достойно и прокачивать дополнительную репутацию в принципе весьма полезно. Во-первых, потому что это золото, во-вторых ресурсы, в-третьих какой-то уникальный лут. Ну конкретно в этом сундучке Именно такой. Что упадет со следующих, конечно, вопрос. Но я думаю, такого отчета уже делать ни к чему. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, прокачивайте репутацию и не забывайте об использовании контракта хоть с какой-нибудь фракцией. До скорого.